Карагандинцы активно скупают новогодние подарки. Корреспонденты Первого Карагандинского отыскали место, которое позволит облегчить выбор, сэкономить время и деньги. В Караганде впервые стартовала выставка-ярмарка местных и зарубежных товаропроизводителей. Бизнесмены привезли в шахтерскую столицу товары самого разного назначения – от продуктов питания до изделий ручной работы. Но лучше увидеть все своими глазами. Сегодня музей изобразительных искусств пополнился особыми экспонатами – от восточных сладостей до эксклюзивных ювелирных работ. Все это может приобрести любой карагандинец. Организаторы выставки из столицы привезли в Караганду 40 компаний. В шахтерский город приехали бизнесмены из России, Монголии и Кореи. Данная выставка еще направлена на то, чтобы для развития малого и среднего бизнеса, чтобы могли начинающие молодые предприниматели начинать свой бизнес через нашу компанию. Мы даем большой импульс для развития как раз того или иного товара, который он будет представлять, или ту же или иную страну. Мы постарались привести те товары, которые необходимы для народа. Ну, конечно, мы еще не все привезли. Надеемся, что вот эта выставка пройдет удачно. Соответственно, мы привезем еще больше компаний. Гости из Новосибирска, компания «Компас здоровья», представляют карагандинцам продукцию на основе семян льна. Льняные масла омега-3. Омега-3 – это самый такой продукт, который находится только в жирной рыбе и в льняном масле. В льняном масле оно составляет 57%. Наши основные потребители – это люди среднего возраста. Поэтому приглашаю всех людей. Это 100% натуральный продукт. Посещайте наш павильон. Вы будете приятно удивлены, и для пенсионеров у нас предусмотрены большие скидки. На выставке, проходящей в нашем городе, можно найти практически все. Эксклюзивные изделия из кожи, итальянская бижутерия, ювелирные изделия, ясный как солнце янтарь, одежда, косметические препараты, домашняя утварь ручной работы и многое другое. Все это по доступным ценам. Марина Антропова приехала из восточного Казахстана. Представитель ювелирной компании рассказывает, что украшения остаются самым популярным подарком на Новый год. Выбрать золото по душе и по приемлемой цене можно на выставке. Мы не поднимаем цены. У нас цены фиксированы. То есть мы работаем от Харьковского завода, продаем ювелирные изделия с бриллиантами по заводским ценам. Поэтому у нас клиенты всегда есть. Теперь хотим вот для ваших карагандинцев красоты привезли к празднику, так что приходите. Вы можете успеть увидеть все своими глазами. Выставка проходит в Музее изобразительных искусств на 45-м квартале. Приобрести подарки себе и своим близким можно с 25 по 29 декабря с 10 до 8 вечера. Ирина Камышова, Бауыржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.